Всем снова привет, я сделал русскую озвучку, мы продолжаем проводить игру Fallout New Vegas. И меня зовут Роман. Так. Помните, мы говорили с тем Кингом, да, который нам дал здание? Собачья жизнь, говорите, Джули, как помочь Рексу. Рекс у него заболел. Поняли? Так. Это... Атомный ковбой, это где? Короли? Карта местности. Ага. Да. Где? Вот здесь атомный ковбой. Вот. Казино. Казино. Заходи. Выходи, не стесняйся. Выходи, не плачь. Так. Давайте посмотрим, что здесь у нас. Все-таки. Такая девушка просила, чтобы я зашел. Вот. Загружаются локации, да? Хорошо. А, кстати говоря, что туда не загружались локации, это... Фигня была с игрой немного. Связана. Курпье. Place your bets and give the wheel a spin. Игрок, игрок. And you are? Welcome to the Atomic Wrangler. Looking to exchange? Mm-hmm. А это немножко, блин, доводяние. Это, короче, я вроде русскую озвучку установил, но почему-то немножко здесь есть другой озвучки, это... Точнее, не озвучка, а текст установил. Там чешский текст. Тысячу. Давайте 5 на 5. Ну, 5 сыграем. Играть в рулетку. Так. Так. Красная выпадет. Так. Ну все. Мне кажется, красная. Но сейчас зеленая, как всегда, выпадет. Черная. Супер. Give the wheel a spin. Ясно. Как в него играть? Ясно. Ладно. Попробуем все-таки взломать. 100, ребят. В Скайриме можно все было взламывать. Ну ладно. Ну да ладно, ребята. Нам здесь не рады, уходим. Нас здесь ограбили, считайте. В принципе, я немного-то потерял. В принципе, не страшно. У меня тут затраты побольше, чем 5 всего лишь серебра. Но все равно видно, что я ничего не выиграл. Так бы джекпот сорвал. Было бы прикольненько. Так. Что у нас дальше на повестке дня? Так, тихо, где я? Куда мне идти? Мне нужно зайти в форт. И, кстати говоря, все беды начинались именно с форта. Почему-то. Потому что тогда игра мне вообще совершенно она не тупила. Ну, попробуем сейчас зайти в фортец. Фортец. Так. Как я понимаю, игра, даже если, например, на чешском языке стоит,
Это все равно озвучка английская здесь. Везде озвучка английская. Вот доктор. Hi, do you need assistance? Да, нужна помощь. Rex? It breaks my heart every time I see him. He's such a good dog. Yes, a few months ago. We had to tell him there was nothing we could do. No, Rex's condition is way beyond anything we can handle. He requires brain surgery and some sophisticated cybernetics work, too. I didn't say that. While no one here has that kind of expertise, I do know of one man who might fit the bill. There's an old scientist named Dr. Henry, who reportedly specializes in this sort of procedure. He'd probably be your best bet. Last I heard, he was living up in Jacobstown, far to the northwest. What? До вязания. Так, а что у меня такая одежда-то убогая? У меня другой нет, что ли? Стоп. Ой, дебил. Я тогда, короче, когда английская версия у меня была игры, я, короче, эту броню продал. Точнее, выкинул. Просто так. А сейчас вернемся туда. Мало ли, вдруг она сохранилась. Ну, маловероятно, конечно. Так. К нему туда и направо нужно будет свернуть. Происходит. Что здесь, мать вашу, происходит? Okay? Так, это где-то здесь было? На самом деле. Оружия мне тоже, походу, нет. С пистолетом побегу. Так. Вот где-то здесь все шмотки мои должны валяться. Вот там. Или здесь. Ну пипец. Я броню проебал, блядь, за 1000, считайте, монеток. Заебись. А тут я не мог зайти, да? Четко. Ну, вообще, я затащил. Капец, что я натворила? Ну, чё, блядь, я натворил? Ой. Может, здесь есть какая-нибудь броня? Я просто не заметил. Ёбаный стыд, а. Мужик, кто подобрал? Ебало. Ладно, заходим вовнутрь. Так, разрушенный магазин. Давайте посмотрим, что в магазине есть. Ага, в магазине есть много чего. Но это, конечно, не патроны, к сожалению. Наверху что-то поди еще было. Только там все сломалось. Завалило. По самое не балуйся. Ладно, все, выходим во фрисайд. Пипец, ну взял всю одежду, просрал. Может, она в почте лежит. О, нашел что-то. Вот это хорошо, что хотя бы что-то осталось. Конечно, такие убытки мы не покроет, но хотя бы что-то отобьет. Бля, давайте снимем вот эту ебаную шапку.
Вот здесь куча, блядь, патронов ебаных. Так, надо починить его. А я ее выкинуть не могу. Помощь, может быть. Да, ремонтный набор. Еще, наверное, надо. Давай еще. О! Четко отремонтировал до конца. Все. Надо потом еще найти такой набор ремонтный. Он поможет на самом деле. То, что я хорошо починил винтовку-то, норм так. Потом можно еще ее апгрейдить, там глушитель на нее поставить. Как я видел, на самом деле, в роликах, там парень бегал с огромной такой кувалдой, больше, наверное, чем сам персонаж в два раза. Вот. Довольно-таки большая кувалда. Ладно, заходим к королю. Нам, походу, опять нужно будет на самый верх подниматься. Или нет? Не знаю. Так, королишка обитает тут. Все супер. What's up? Things have been a lot better since you helped with those soldier boys. Thanks again. So, what can I do for you? Mm-hmm. She said, what? Why didn't she just say so when I was there? Actually, come to think of it, I was pretty angry when I went down there. I vaguely recall something about upending a few tables, maybe knocking out one of her doctors. Anyway, that's incredible news. Only thing is, there's too much going on around here for me to make a trip like that. And I need all of my guys just to keep things settled here. You seem to be awfully interested in my boy Rex here. And you've done some good work for me already. I'll tell you what. You promised to get Rexy here to that doctor, and I'll lend him to you. What do you say? Да, вылечу, вылечу. Тем более... Да, давай, давай. Goodbye. Rex, this is your new master. Protect him as you would me. Если у него мозг уже там в рот, блядь, ебал этих разработчиков, сука, пидорасы, блядь. Игру купил за 700 рублей, или сколько она стоит, блядь. И не могут ее нормально, блядь, сделать. Хули она вылетает, блядь, давайте сохранимся. Не дай бог ты вылетишь, пидораска, блядь, в рот выебу. Блин. Рекс? Съёбываем, съёбываем отсюда. Съёбываем, съёбываем, съёбываем. Заебись. И в этот раз, блядь, не вылетело, заебись. Что я в мозг Рекса посмотрел, блядь. Ему нахуй это не понравилось. Так. Мне тупо вперёд надо идти. Ебаноиды, блядь. Бесит нахуй, вот реально, не знаю, что не скажите, я бешусь с этого. Когда, считайте, моя любимая игра, ну, она уже стала моей любимой. Поскольку она выходит чаще остальных, как бы можно догадаться, что она вылетает. Блять, ну, пиздец. Ну, тупо она закрылась, блять. Что за хуйня? Она, блядь, тупо нахуй закрылась. Я сейчас, блядь, загрузиться не могу. Заебись. Четко, блядь. Четко. Просто четко. Так. Надеюсь, что... А, со мной, кстати, Рекс пошел. Супер-хероу. Надеюсь, что сейчас ничего тормозить не будет. Я дефрагментацию, конечно, провел.
Я ее сделал, так что должна сейчас игра загрузиться. Что FPS как минимум у меня изменяется. И это заебись. Так, давайте я сейчас сделаю паузу. Все. Это для того, что если игра вылетит, чтобы видео не повредилось. Ну и я просто планирую... Так, Карексик, гоу со мной. Планирую снять, не знаю, сейчас, наверное, 2 часа игры. Ну, чтобы мне хватило надолго. Сейчас я 2 часа где-то поиграю, и мы закончим. О, даже здесь гастарбайтера. Ясно. Что, нам на выход, да? Ага, нам на выход. Наконец-то мы выходим во внешний Вегас. Здесь, по-моему, мы уже третью серию находимся. Если посчитать, что серия идет где-то полчаса, да, это... Полтора часа. Северные ворота Фрисайда. Мы нашли. Welcome to Freeside. Welcome to Freeside. Так, куда мне теперь? Ебаться в рот. Куда мне пилить? Ребята, вы только, блядь, посмотрите. Это тут, блядь, пилить и пилить нахуй. Я ебал. Здесь пилить и пилить. Что здесь такое? Римсон. Компания красных караван. Что-то знакомое. А, я здесь был, кстати, там вот. Нихера не видно, правда? Ну ладно. Вот что вон там? Давайте посмотрим. Мне интересно. Тут человек, с ним, походу, можно побеседовать. Наемник не хочет наниматься. Так, там ничего плохого вроде нет. Так, подлагивает что-то, оно непонятно. Так, сохранимся. На всякий пожарный все-таки. И пойдем. Здесь конусы. Конусы здесь нельзя. И мост. Мост это хорошо. Нихера себе там построечка. Только мы там еще не были, кстати. Или я там был, только эту постройку как-то не заметил. Точнее, я ее видел, только в нее зайти, походу, нельзя. Или другое помещение. Или другое вообще отделение. Ну, хз, короче. А, я понял, это дальше, когда мы пройдем. Помните, через роботов, которые меня расстреливали, блядь, пидорасы. Здесь, значит, должен быть еще идти, да. Этот самый продавец. Hey there, need anything? Да, конечно, давай, что у тебя есть? Разное, безопас. Оружие, лазерная винтовка. Так. Девять миллиметров, 33. 9 миллиметров, да, 9-миллиметровый, наверное. 7. Так, варминг. 5,6 ММАР. Так, 5,6, походу, вот это. Так. Ага. Так. Ну, я это тоже возьму. Ок. Короче, вот так. Все, затарились, что надо.
чуваки. Все. Так. Какой-то не сильно богатый торговец в этот раз попался. Так, НКРовцы хейтят меня. Они вообще меня ненавидят. То, что я их убиваю. Может, они меня когда-нибудь и убьют тоже. Так. А, здесь тоже до хера патронов теперь. Че лаешь? Может, ему не надо оружие? Или надо? Пошли. Ну, я не знаю, как он стрелять будет, но можно ему дать, в принципе, оружие. Я ему дал. Ненавистный. Ну, надеюсь, что они мне там не пристрелят, как черта. Я буду в это верить. Ну, а не, здесь просто колючая проволока, ясно. Если его сейчас пристрелю, то меня вообще будут убивать. Просто убивать. Is there something I can do for you? I'll help you if I can. There's a... В красном коваромане можно все купить и продать. Я, блядь, прошел бы через все это, только... Можно, не? Вы не загорите сильно на меня? Надеюсь, что нет. Вроде они меня не трогают. Он что говорит? Что ты говоришь? У меня пушка есть. А у Рекса там, блядь, пистолет. I'm not a recruitment officer. A lot of the crops grown here. Ясно. Короче, эти поля, ну, продукты с полей поступают НКРовцам. И они этим кушают, питаются. Блин, что-то я каю себе сижу. Ужас. Так, что мне сюда? Ага, как-то через эту стену надо перейти. Там, я помню, была дверь. Потому что мы шли, как бы, вот оттуда, вот туда. Там есть дверь, стопудово. Вот она здесь. Так, какая-то слабая у вас защита здесь, конечно, господа. Ну, в принципе, сойдет. Так, сохранюсь. Так, Крэк за мной. Это хорошо. Так. Ладно. Что это такое? Газ. Газ. А ты настройки снизил, чтобы там вдруг поможет. Ага, я поставил. Ты вообще даже, блин, сплошной полигон один. Ладно. Вон Амаз тут бы обосрался. Я вот, видите, играю. Мне, знаешь, как нравится игра? Вообще всем советую, кто не играл. Хотя, я думаю, все играли. Что здесь такое было? Если меня не видят, логично, что здесь никого нет. Так. Рекс, давай ко мне. Коука. Что это? Пиздец. Ебал в рот, блядь. Сукин, дети, блядь, мины поставили. Рекс, гоу со мной. Оу. Это я не видел. Что у нас здесь такое продают, интересно. Надеюсь, что микроплазменные батареи я найду когда-нибудь. What's up? Блядь. When payday hits, I'm off to the strip. Keep an eye out for wildlife. The Crimson Kid. Вы прикалываетесь, что ли? But she knows what she's doing, that's for sure. Ну, лагерь Макар не был.
А здесь что такое? Здесь я не был еще. Дайте мне опыта. Что я отель нашел. Да. Мотель Эллирей. Хорошо. Мне совсем чуть-чуть осталось, на самом деле, до 10 уровня. Совсем капелюшечку. Мотель Эллирей. Или Эллирей. Не знаю, как читается. Ну, внизу там пиздец творится. Там, блядь, мины стоят. А, ящик с минами, заебись. Причем будем осторожны, да, Рекс? Опа. When I find you, I'm going to eat your spoon. Опа, Ганган стайл. Опа, говно стайл. Оп, оп. Блять, сука, где ты, блять, пидораска, нахуй, Рекса моего долбишь? Сука, хуесоска, уебу. Где ты, шлюха, блядь? Блядь! О, ёб твою мать! Стоп. Не тот нажал, вот второй. На какую клавишу ватс? Игра, блядь. Бля. Так, ватс. Ватс на В у меня. А, заебись. Опа, блядь. Принять, сука. Черт. Реально чертила, блядь, ебаная. Сука, у меня броня охуеть. На тебе, на тебе, на тебе, на тебе, сука. На нахуй. О, хэдшот, блядь. Есть контакт. О. Да, блядь, детка, да, сука, я нашел микроядерную батарею. Шипастая броня. Это на уродская нахуй. Да ну в пизду, блядь. Так, это. Вот так. Рексик, давай, я плохих, блядь, пацанов уебал. Угандошил, так сказать. Рекс, походу, их расстрелял. Вот кто мины, сука, какая мразь ставит. Походу, вот они ставили, блядь, говноеды. Мины эти. Руины Саут-Вегаса Восточный. О, да. Заходим. Что ж здесь нам предстоит найти? Надеюсь, что море, блядь, боеприпасов, плазменной винтовки. Вход, сохранение. Сохранение. Сохранение, это хорошо. Ах ты чертила, блядь, с нижнего Тагила. Ой, да ну нахуй. В пизду вас. Авто. Да, заново сейчас закрутимся. Ракс уже побежал. Сдохни, сука. Ах ты говноед, блядь.
Не трогай, блядь, мою собаку, нахуй, говно. Сука, сдохни, пидорас. Так, Рекс, ко мне не надо идти. Ой, хорошо, блядь. Так, оружие. Заебись. Что у вас здесь есть? Как минимум мы потом это все дело продадим. Все. Выйти. Так. О. Мы нашли убежище, одно из одного. Четко. Ой, заебись, чертила как, блядь, полегла. Пидорас, блядь. Пидорас и хуесос, блядь. Так, плазменная винтовка. Так, до хера патронов. Вот с них бегать. Ну и на тут уже, в принципе, до херища. На самом деле. Убежище номер 3. Ёба твою мать, здесь реально, блядь, какие-то чёрты, блядь, жили. Охереть, я убежище нашел. Пиздец. Дверь открывается вот здесь, походу. Дверь открывается вот здесь, блядь. Заходим. Если чё, сохранился, если чё, сразу назад. Просто назад, блядь. What the fuck are you doing here? You got some kind of fucking death wish, asshole? Final warning, asshole. Get... Yeah. Да, я сваливаю. Ну в пизду загружусь, блядь, лучше. Пизду, блять. Рот таких. Надо красноречие еще получше прокачать. Так, все. Ладно, сваливаем отсюда. Зато я нашел убежище. Ох, блядь, заебись, когда. Пиздец, что они здесь творили? Что они здесь творят? Я просто понять не могу. Ай, Рексик, давай нагибай. Стоп. Рекс, подожди. Это, блядь, никуда не годится. Супер. Красава. Е-е-е, следующий уровень. Как раз сейчас красноречие прокачаю. Так. Злом, наука. Далее. О, новая самая точность. Таинственный незнакомец. Так. Что-то не сюда. Стоп, не сюдача. Ну тут интересное. Ага. Так, ясно, не сюдача, что это. Так, здесь и сейчас. Готово. Ух ты, ёб твою, новенький дали, блин. Заебок. Чётко.
Ой, капец. Так, во-первых, науку докачаем до 60, красноречия до 70. Науку до 68 готово. Четко. Получил я достижение новенький, теперь мы можем дальше идти. И расспросить. Все-таки расспросить. Так, сколько у тебя хп? Нормально? Ну, в принципе, значит, если Ракс не показывается хп, значит, у него все нормально, он сам себя хилит, как я понимаю. Так что давайте зайдем сюда, в убежище номер 3. Теперь я уже могу по-человечески с ними поговорить. Это хорошо. What the fuck are you doing? If you're fucking carrying, just fucking say so. Yeah, deliver to the boss. Business as usual. Motor runners down in the maintenance wing. Straight through the door behind me, down the hall, down the stairs to the right. We have a con coming through to see the boss. Don't shoot at him. Какие-то они, блядь, все чокнутые нахуй на голову, ну ладно. Hello. Hello. Блядь, как я давно в убежище не был. Со времен Fallout 3 нахуй. Вот реально, блядь, со времен Fallout 3 я не... Блядь, выйти. Со времен Fallout 3 я вообще не был в убежищах ни разу. Пипец. Я рад. Это ностальгия. Бля, надеюсь, вы меня ебать не будете. А почему именно не черты? Я понять не могу. Почему не именно черт, а не демоны там, блядь. Бесы ебаные, там, не знаю, назвали бы как-нибудь. Игра-то 18+, как бы. А. Где она открывается-то, блядь? Is gonna be much tougher to push around with that new sheriff down there. А во. Все, сваливаем отсюда. Ну, я запомню, убежище номер 3 прокачал, я еще себе бартера. Ну, нормально будет. А не, у красноречия прокачал. И науку, чтобы, блядь, не мучиться с такими квестами. Хотя квесты очень интересные, вот такие вот. Я даже знаю, что он мне даст, на самом деле, карточку. Но я потом с роботами все равно поговорю, потому что, по-моему, должно мне хватить этого самого интеллекта. Как оно называется? Не интеллекта, а... Эй, блядь! Да не надо, Рекс, ты чё, блядь? Успокойся, блядь, не еби их так сильно. Свидос. А Рекс, ты красавчик просто. Так. Чё это за пушка? 60 пулек есть. Это что-то поинтереснее уже. Ну, тем более, так столько сносило. Так, пошли, надо зачистить этот ебаный, блядь. Это ебано третье убежище. Похоже, вот здесь будет выход, да? Или нет? Да. А не, это территория чертей. Ёб твою мать. Как отсюда вообще выйти-то? Здесь, походу, сейчас много. Мы сейчас наварим бед. А не, все. Так, давай. Рексфас. Ой, ёб твою мать! Блять. Сдохни, сука, блять. Пидораска, блять, ебаная. Так, помощь. Так, сука, давай, где ты, блять? Хуесосина, блядь, ебаная. Пидораска, блядь, а как сильно ебёт ты меня. А, блядь, патроны кончились, сука. Так, оружие.
Да и, блядь, как тебе выебать-то? А, блядь! На тебе, сука, хуесос, блядь. Ёб твою мать, блядь, какой ты сильный. Гандон, блядь, ебаный. Чтоб тебе... Огнемет сломался, хуесос, блядь. Тихо, тихо, не надо мне так жечь. У меня есть дохера... Стимулятор. Толбой стимуляторов, блядь, ёбаных. Ты, блядь, иди нахуй, хуйло, блядь, в рот ебал, на тебя, на нахуй, на нахуй, на нахуй, на нахуй, сейчас, сек, подожди, мужик, блядь, какой ты сильный, заебу, ты, блядь, ты, отъебись. Да, блядь! Да, сука! Так. Блядь, Рекс, сука, где ты? Так. Похуй. Все. Да, детка, да. Костюмы металлическая. Пиздец, какая нахуенная. Так. Рекс, где ты, блядь? Ебать. Рекси. Ау, где ты, блядь? Фу, блин, я его убил, пиздец. Где ты, ёпта? Так, о, Рекс бежит. Красавчик, блядь, красавчик. Пошли. Рексик, блядь, пиздец. О, да, детка, блядь. О, да, в тяжелой броне. В тяжелой... Ой, ёпт. В тяжелой броне, нахуй. Так, куда мне? Так, я уже забыл, блядь, даже. Мне вон туда надо чисто идти. Ну пиздец, я тебя держал задетый. Вот его, блядь, убил, я ему голову его оторвал, нахуй, чтобы такие пидоры, блядь, не плодились. Какой хуесос, блядь. Давайте посмотрим, охуенная броня, да? Вот маска напоминает из этого самого, из Dead Space, да? Пиздец, да?
Ебать, какое у меня оружие. Что музыка какая-то тревожная. Нет, вроде никого, нет. Но если что, у меня оружие охеренное, так что можно, блядь, не париться сильно. Ну, блядь, то что... Маленько подождем. Я лучше днем пойду, чем ночью. Все, пошлите днем. Так, все, подхилились даже немного. Рекси, камин. Короче, хуй знает, кто там побежал. Гори нахуй, падла. Ебал. Ты, блядь, отъебись. Отъебись от меня. Все. Блядь, мне даже пожрать нахуй нет. Так, оружейники. Так. Давайте сейчас подпэжимся, блядь. Ломбард Мигеля. Где, блядь, я кумьеров? В Новике, по-моему, да? Или где? Да. Быстро тпэжимся в Новак. И потом обратно туда тпэжимся, чтобы поближе, блядь. Без стимуляторов я никуда не пойду, ребята. Никуда, блядь. Никуда вы меня не отправите. И в Новаке, кстати, у меня этот самый... Ебаный, блядь, напарник. Так, где вы, нахуй? Бля, я готов уже хоть что, блядь, жрать. Лишь бы, нахуй, вы мне... Полегче сделали. Так, а ты продавец? Нет, нет, нахуй. Продавцы там тусуются, там впереди. Только их что-то нету. Где все на? Заходим сюда, давайте посмотрим, что здесь у нас есть. Так, здорово, бабуль. Конечно, блядь. Так. Блядь. Так, все. Где мне стимулятор это надо добыть? Что мало хп, сильно мало хп, я не буду бегать с маленьким количеством хп. Хотя броня офигенная, но, блин, мало хп реально, это просто ужас. Здесь Бун должен сидеть. Так, Мэнни. What's going on, man? Где, блядь, Бун? Где, сука, ебаный Бун? Давайте уберем оружие от греха подальше. И где продавцы? Чё к чему? Вроде все нормально. Я здесь навел порядок. Не зря же я здесь кумир. Так. You've seen them too. До свидос. Ну, если что, в красный караван сгоняю по-быстрому. Здесь врач должен, по идее, быть. Хижина... А, ну хижина не лая.
Пиздец, хижинка. Куда они уперлись-то все? Ок. Нихера себе отсюда, сколько еще впереди. Так, ладно, еще Good Springs. Good Springs, давайте отправимся. В Good Springs, к себе тоже кумир. С простыми жителями мне как-то легче общаться, походу. Вот салун. Салун. А, вот здесь врач, кстати. Давайте к доктору сбегаем, он нас подхилит. Надеюсь, мне там надолго хватит. Собачка бегает со мной. Все супер. Все супер-пупер. Сейчас, может, даже с ними поболтаем. Мало ли, вдруг тут еще дополнительный квест какой-нибудь. Так, открываем дом доком. Так, где док сам? Доктор, вот он. Четко все. Угу. Конечно. Ого, хорошо. Все. Охереть, сколько стоит суперсимуляторов. 1400 крышек. Так, а тебе продам я оружие. Так. Мины. Так, плазменная винтовка. Гранаты. Все. Принять. Ведь спасибо. Так, все, у меня есть стимуляторы, давайте сразу их применим. А стоп, давайте с ним еще поболтаем. Okay, давайте. Still. А, все. О, есть фулл хп. Ну чё, пошлите сюда. Кстати, здесь нельзя, походу, поменять навыки, к сожалению, опять. Ну ладно. Зато у меня дохера теперь есть симуляторов. Мне на это надолго, наверное, хватит. И отправляемся опять туда же, куда мы вернулись. Маленько, конечно. Да, туда отправляемся, к западному входу, потому что это самая близкая точка. Ну, нашего путешествия. Так, нам нужно вон туда. Ну все, я готов. Все равно гранатами и минами не сильно-то пользуюсь. Но все равно пригодится. Точнее, деньги пригодились от них. А голова, наверное, еще сильнее пригодится. Но ее продать будет нереально. Собака, это только не сы. Если что, с тобой. Только, как всегда, блядь, будет. Убежит от меня. Вот конец файта только прибежит, когда я всех уже расстреляю. Да, красотища. Собака за мной плетется. Хорошо. Это хорошо. Так, здесь ничего нет. Как пройти-то тогда будет? Возможно. Что-то я не маленько не догоняю, как можно здесь пройти. Походу обходить все это надо дело будет. Ага. Ну, обхождением этой скалы, да, вот.
Мы, наверное, сейчас вот здесь вот так пройдем. А, стоп. А, я тут дебил. Мне вот сюда нужно. Да, вот сюда нужно отправиться. Я не так сделал. Надо было по дороге чисто идти. Нужно было идти чисто по дороге. А я, блядь, пошел. Как пошел, короче. А, кстати, блядь, кстати. Ребята, бля, давайте. Привет, робот. Что, хватит? Надо, науки надо 80, но не хватает. Ясно. Ну ладно, где начали, там и закончили, в принципе. Я получил охеренную просто, блядь, броню. Да пизды, считайте. Охеренное оружие. Посмотрим на него поближе. Видите, собачка. Охеренное оружие. И у меня есть голова какая-то. Снаряжение разное. Гильза, вот голова шефа. Так что вот. Если вам понравилась серия, ставьте обязательно лайк. Подписывайтесь под видео. Ой, ставьте лайк под видео и подписывайтесь на канал. И оставляйте комментарии. И на этом у меня все. Всем удачи, всем пока. А в следующей серии мы уже планомерно будем идти вот по этой дороге. И придем к врачу Джейкобстауну. К врачу, который находится в Джейкобстауне. И на этом у меня все. Всем удачи, всем пока. До новых встреч.